точно не знаю, но там что-то вроде, сколько же денег поставили. Вроде что-то, Кирчнет, да. Надо посмотреть. Вот там, я вижу, там что-то такая, так и неплохая сумма у Кирчей. Ну, в общем, упал у нас свет в Киев Киберспорт-арене, и мы решили модулировать ситуацию по деньгам хотя бы как минимум. Ну и тема в том, что где-то 3800 или 4, может быть, 4 с чем-то поставили Virtus.pro сейчас по деньгам. А, стартмани 10 тысяч. Стартмани 10 тысяч. Валик. У команды Кирчнет. Походу, у обеих команд. Нет, не у обеих команд, у команды Киршнет только. Только у Киршнет 10 тысяч, у ВП где-то 3800 или 4 тысячи должно было быть сейчас. Ну, короче, будет у них не денежек. Не Валик, а агент Покрышкина. Алексея, не надо так о молодом человеке. Вот. 3800. 3800 поставили по деньгам команде Virtus.pro. Ну и один раунд, который они должны, в принципе, доиграть. И наконец-то... Давайте все похлопаем этим парням. Они сейчас просто испытали на себе, ну не знаю... Не знаю, кто-то супер удачу, кто-то супер неудачу, потому вот что не прикинь, ясно. Да, ждали мы тут полчаса, да. Тут а, интересный момент, мне вот Алиард сразу рассказал такой момент про 2006 вроде год или 2007, что на ДТС Капе была такая ситуация, что был примерно такой же счет, играли корейцы, падает свет, счет был там 15-5 или 15-6, и там еще вроде, а, нет, игру остановили за машиной из-за криков фанатов, типа то, что фанаты подсказывают. Игру поставили на паузу, и после этой паузы корейцы взяли, потащили и дали комфорт. Так это же они меня обыграли. Да? Тебя? Да. А, так Юра, все, все, я не буду ничего говорить. Больше Юра расстроился. Ну а здесь, как видим, у нас Фокс очень-очень четко сыграл с дуги, зааркадил. Такой нормально на башню, типа меня здесь не видно, не слышно, ну и Кэпа все-таки уработал Ангел. Ну, вот. Другой Кэп уработал Кэпа, бывает. Бывает. Ну и крутой минус Ангел. Забирают дугу. Забирает крутой еще и Доси минус Адрен. Ситуация 4 в 1. Ну вот ради этого раунда можно было 5 минут посидеть в темноте, да? Правда, остался еще кучер и ничего не ясно. Но теперь все ясно. 2-1 по картам. Киршнет проходит финал чемпионата Asus Final Battle of the Year 2012 года. Юра аплодирует команде Киршнет. Юрец, ну я готов. Так, публично. Публично. Шопан. Александр. Да нормально, у меня мозгов-то там, они все сзади. Ты даже не попал. Так. Так, ну это был принципиальный спор, поэтому вы там сильно не расстраивались. Ну да, да. Игорь, целый здоров. Игорь, целый здоров. Ну что, спасибо большое кейсерам за внимание. Извиняемся перед зрителями за такую задержку в паузе. Извиняемся перед дотерами, во-первых. Ну а сейчас у них будет играться полуфинал, если да, я не ошибаюсь. Да, сейчас вас ожидает супер заруба. Команда Empire и команда Na'Vi. Я тебе просто... Да, я не стал... Дай пятерочку. Я все знаю, да. Вилат, прошу сюда, приходи, присаживайся вместе с Каспером. Я не знаю, с кем будет закастить Вилат, но сейчас он ворвется и будет радовать вас. Ну, а мы уже будем завтра. Да, а мы будем уже завтра и будем комментировать для вас финал, матч за третье место. Спасибо всем, кто нас смотрел. Присоединяйтесь к группе Киберарена ТВ. И также подписывайтесь на страницу vk.com/cssltv. И вот он, Вилат, все, ворвался сюда с бутылкой. Все, всем иди, спасибо, иди, не всем пока. Вот он. Ладно.